При производстве цыпленка-бройлера в пакете для запекания используются свежие тушки первого сорта. На первом этапе каждую из них разрезают вдоль грудной кости. Это делается для того, чтобы в дальнейшем полуфабрикат лучше промариновался и его было удобнее разложить на противне. Равномерно просолить мясо помогает инъектор. Он позволяет пропитать ароматным рассолом цыпленка не только сверху, но и изнутри. Тонкие иглы пронизывают тушку и вводят небольшие дозы раствора. Это положительно сказывается на вкусовых качествах продукта. Далее полуфабрикат перемешивают с маринадом. Обработка проходит в вакуумном массажере. Чтобы удовлетворить предпочтения потребителей, удмуртская птицефабрика предлагает три вида маринада в ассортименте вкусов. Барбекю-маринад для стейка. В его составе растительное масло, соль, смесь специй, семена горчицы, паприка, перец, куркума, тмин, чебрец, розмарин, шалфей, зеленый лук. Маринад чесночный замешан на основе оливкового масла с добавлением укропа, кориандра, орегано и, собственно, чеснока. Соус-маринад кефирный добавляется в сухом виде. В нем присутствуют экстракты горчицы, черного перца, петрушки, базилика и кориандра. Маринуются цыплята на протяжении 10 минут. За это время мясо прекрасно пропитывается специями, приобретая ярко выраженный вкус. Готовых цыплят фасуют. Для этого используют специальную технологию. Во-первых, в качестве упаковки применяется пакет для запекания, который специально был разработан для удобства кулинаров. Во-вторых, двухкамерная вакуумная машина выгоняет из него весь воздух, чтобы продлить срок годности и сохранить полуфабрикат свежим и вкусным. Если следовать всем рекомендациям, которые приведены на этикетке, то обязательно получится вкусное блюдо с хрустящей корочкой.